Так, друзья, поскольку было очень много комментариев по поводу разделки сама, которую я снимал в прошлом году, я решил с учетом ваших замечаний сделать еще одну более образцово показательную разделку сама. Очень-очень даже пригодится. Первое, чему вы меня научили, то что слизь лучше снимать не песком, а вот такой вот металлической щеткой. И это действительно так. Вот я счищаю, вот она вся прям тут, видите. И сомик становится гладкий и более податливый. Сом так. Весит 5 килограммов. Да, сом пятерочка. Сом у нас небольшой. Так, и поехали. Вот так, начинаем от плавников. Начинаем от плавников. Спарываем ему брюшко с одной стороны и с другой стороны. Аккуратненько. Ой, блин, ножики затупились, друзья, так что особо не ругайте и не хейтите по этому поводу. Я и сам знаю, что они тупые. Так, давайте посмотрим. У нас есть печень. Может быть, нам наконец-то с пятой попытки удастся ее отделить без разлива желчи. Так. Пузырек вот этот. И теперь надо вот этот пузырек аккуратно отрезать и выбросить. Есть, успели, отлично. Для тех, кто говорит, что эта печень несъедобная, что она отравленная, а такие любители комментировать в том году были, могу вам сказать, что она не отравленная. Мы ее уже ели не один раз. Очень вкусная. Очень вкусная. И сегодня тоже съедим. Дальше. У нас это мальчик, да? Это мальчик. Кишечник нафиг, ребята. А вот он тот самый пузырь, который виден на эхолоте, когда вы видите, как сом поднимается. Чайки его с большим удовольствием съедят. Ну, собственно, теперь вырезаем. Все вот это трихомудию. И тоже выкидываем чайка. Первая часть готова. Следующее, что нужно сделать, это отделить жабра. Это самая неприятная часть. Я с ней всегда долго очень вожусь. Наверняка многие из вас умеют это делать лучше, чем я. Ну, покажу, как это делаю я. Первым делом прорезаем вот эту штуку. Я другой ножик возьму помощнее. Все эти ножи вы видели в моем обзоре. Вот еще чем, зачем вот эта штука нужна. Она так, сердце. Сердце? Да, похоже на него. Так. Все эти ножи вы видели в моем обзоре. Я ими действительно пользуюсь только на рыбалке. Вот, ребята, вот эта штука, это самая удобная рукоятка, когда вы это сама разделываете. Они какие. Угу. Колючие. Пальцы берегите.
Я вчера опрометчиво засунул палец под жабры. Сразу проткнул себе дыру. Все. Вот эти, смотрите, какие иголки. Вот, друзья, видите, какие иголки внутри в жабрах. Это, по-моему, это как раз и называют глоточными зубами, которыми он свою жертву засасывает насмерть. Тоже чайка. Промываем. Главное, чтобы пираньи не налетели в этот момент. Поэтому бережем все свои конечности, за которые пираньи могут схватиться. Так, ну, собственно, теперь начинаем с хвоста. Почему с хвоста? Да потому что вот за эту штуку держаться удобно. Лёх, мы будем уху варить? Будем. Будем? Тогда хвост и голову одну уху, правильно? Да. Тогда хвоста побольше немножко оставлю, вот так где-то. Все равно он в копчении как-то не очень. Так, ловким движением руки брюки превращаются. Ага, превращаются в аккуратненький хвостик. Для копчения, друзья, можно двумя разными способами сама разделывать. Можно разделывать на филейки, как я это делал в прошлом году. А можно не извращаться и делать кусочками. Они тоже вкусные. Мы их также с удовольствием едим, потому что у сама костей нет. Так. Ой. Вот такими вот кусочками. Следующий уже будем делать поуже, потому что он становится потолще. Ножик замечательно справляется со своей работой. Безо всяких топоров. Безо всего. Для тех также еще тоже отвечаю. Также отвечаю на комментарии моих зрителей. Кто говорит, что сом — это пища для нищих. Сом — это фу. От нее пахнет тиной. Нет, ребята, поверьте мне, сом — это очень вкусное, очень нежное мясо без единой косточки, приготовленное в любом виде, просто пальчики оближешь. Угу. Вот, друзья, смотрите, вот такими вот стейками мы будем коптить. Смотрите, какое нежное мяско, а? Аж прям переливается все. Смотрите, какая красотуля. Ну вот это вот, я думаю, что мы можем разделать и на эти. На филешки. Да, на филешки, потому что здесь уже большой кусочек сверху. Да его и просто разделают. Да, хребет пойдет у нас на супчик под названием уха. Вот осталось перерубить вот эти косточки. Это мы сделаем очень легко. Такая вот филешечка, которая, видите, даже без косточки. Мы ее сейчас распополамим. Ну и, собственно, вторую половинку мы также отрезаем. Пленочки лишние все нам не нужны. Есть вот еще два прекрасных филейных кусочка. Ну и, собственно, вот у нас осталась голова, на которой большое количество мяса, друзья. И в ухе это мясо нам очень даже пригодится.
очень-очень даже пригодится. Так, сейчас Леха снимает. Дружок, сидеть. Тебя мы есть не будем. Так, охраняешь лагерь, понял? Когда нас нет, никого сюда не пускать. Хорошо, никого пускать не буду. Все, фас, всех фас. В норку. Вот на этом наша разделка сама закончилась. Сом очень рад, что его так хорошо разделали. У нас будет очень вкусный суп рыбный под названием уха и копченая сомятина. Вот и все, друзья. Пока. Увидимся в следующих видео.